там про... Так, меня слышно, да? Слышно меня, нормально? Чуть Там про громче, чуть громче, биоту... прям усилие. Там про биоту спрашивали. Если есть желание, в двух словах могу объяснить. С медицинской точки зрения. Да, говорит. Можно говорить, да? Конечно, куда мы без тебя? Давай уже. То есть на данный момент, если взять нашу общую биоту в нашем ЖКТ, желудочно-кишечном тракте, примерно 25 хороший, 25 плохой и 50 нейтральный. Когда человек меняет питание, она автоматически перестраивается. А если человек кушает что-то плохое, начинает увеличиваться плохая биота. И 50 тех, что 50% нейтральных, начинают переходить на ее сторону. Когда человек начинает кушать правильную пищу, с тех нейтральных 50% начинают на хорошую биоту переходить на ту сторону. Примерно вот так. И когда человек меняет питание, она автоматически меняется. Ну, все. Но прогноз хороший, да, Сергей? Да. Я просто не По понимаю, как палате. ее увидели биоту. Потому Ну, что говорят, что медицинский термин, а кто ее увидел и как она, видели, какими я лично. полосами она переходит в хорошую и с плохой, из Я лично состояния видел. Плохая темной в выходит. сторону светлой. Я лично видел, но ну, не буду в эти подробности вникать. Все это правда. Ну, Сергей лично знаком с ней. да, Хорошо. Верим на слово. лично знаком, видел, как выходило, и анализы были все как положено. Ладно. Потом нам в закрытом чате расскажешь. У нас там ужастики Ну, всякие есть. подробности сами понимаете, это ж такое.